Винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина или в народе «Папаша» – ручной пулемет Дегтярева. Все это оружие Великой Отечественной войны. Сегодня мало кто знает, что ремни для них производили в Чебоксарах. Текстильные ленты, изготовленные на предприятии «Лента», по-прежнему надежны и качественные. На днях фабрика отметила свое 70-летие. В Театре оперы и балета собрались нынешние работники завода, ветераны и клиенты. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. В России у нас нет конкурентов, смело говорят работники ленты. 400 видов продукции, 37 тысяч километров ленты ежегодно, около 1000 клиентов. Таковы объемы производства. Сегодня лента от ленты и в космосе, и на земле, и под водой. И часто ее называют ниткой жизни, ведь продукция фабрики используется для страховки и обеспечения безопасности. Сегодня мы занимаем более 25% рынка текстильных лент России и стран СНГ. Высокое качество, оперативность и ответственность стали визитной карточкой нашего предприятия. С 2009 года фабрика «Лента» входит в реестр, федеральный реестр добросовестных поставщиков. История фабрики описана в новой книге «Судьбы, связующая нить. Лента на все времена». Презентация документальной повести о настоящих людях прошла на торжественном вечере в честь юбилея предприятия. В первые дни Великой Отечественной войны в Чебоксары из Киева приехал отряд техноткацкой фабрики, но годом образования принято считать 1944, когда из Тверской области эвакуировали галантерейную фабрику. История Чебоксарской лентоткацкой фабрики – это история всей страны. Лента пережила все – и подъем производства, и застойные времена, и перестройку. Выжили, вновь поднялись благодаря дружному и надежному коллективу. Там у нас было работать весело, но настроение было, люди были разные. Я сама себе думаю, я этой фабрике воспитывалась по-человечески, как считаю я, потому что у нас народ очень хороший был тогда. Все люди хорошие, друг друга это поддерживали. Впереди новые задачи, амбициозные цели – соперничать с лучшими европейскими компаниями и занять свою нишу на мировом рынке. Первые шаги для этого уже сделаны. Акцент на инновационной продукции. Новинка – полиэфирные ленты. Он универсален, и его можно применять по разным назначениям. Вот общебытовых до специальных, которых вы слышали. Это космос, это глубины, это авиация, это военная тема. Успех и лидерство предприятия подтверждаются многочисленными наградами. Были они и на юбилейном вечере. Отметили как само предприятие, так и его тружеников. Роза Петровна сказала, что вы в перспективе поставили перед собой задачу войти в клуб миллиардников. Вот ежегодно клуб миллиардников по нашим промышленным предприятиям и по крупным другим организациям пополняется. Но она сказала, в течение 3 лет, если также упорно, достойно будете трудиться, я думаю, вы справитесь с этой задачей за 2 года. Теплые слова звучали и от самих работников. В фойе на юбилейном дереве каждый мог завязать ленточку и загадать желание. Горит, горит.